Мы находимся сейчас в городе Днепр с замечательным управлением патрульной полиции города Днепр. Принимаем эстафету 22 Push-Up Challenge от руководства и десантников 79-й десантно-штурмовой бригады, которая обратилась к нам 3 дня назад, полностью всем департаментам патрульной полиции Украины. На данном этапе находится около 500 сотрудников за моей спиной. Соответственно, 27 управлений по всей Украине точно так же выполняют эту эстафету. Для чего это? Для того, чтобы гражданское население не забывало и всегда поддерживало воинов, которые вернулись из зоны боевых действий на востоке Украины. Их надо помнить, им надо помогать, их надо поддерживать во всем. Ну что, начнем? Управление! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. И в продолжение передаем эстафету 22 Push-Up Challenge 3-му полку спецназа город Кропивницкий, 8-му полку спецназа город Хмельницкий, особисто начальнику генерального штаба Министерства обороны Украины, генералу армии Муженко Виктору Николаевичу, канадской королевской полиции и лично послу Канады в Украине Роману Ващуку.